Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. Касается вопроса взаимоотношений с матерью. Вот. Вы говорите, что очень сложные у вас отношения. Обвиняете ее в своей, ну, вот в том, как получается складывается ваша жизнь. Вот, и как бы, ну, говорить о том, что, что из-за нее вы вот такая вот, да, из-за нее вы не такая, какой хотите быть, и так далее. То есть, ну, она очень много, получается, вам портит, вот. И, соответственно, у вас много злости на нее, вот, и вы вот, хотите избавиться от негативных установок. Смотрите. Ну, во-первых, я думаю, что у вас по-прежнему очень большая привязка к матери. Я думаю, что до сих пор вы от своей матери не сепарированы, вот, и я думаю, что, скорее всего, ну, пока что ну, какой-то такой вероятности того, что вы сепарируетесь от нее, нет. Вот. Потому что, ну, слишком привязаны к ней, да, слишком много прожили с ней. Вот. В общем-то, не совсем в этом смысле понятно, как бы, ну, если вы чувствуете, что готовы жить отдельно, почему бы этого не делать, да, то есть, чего вы ждете? Вот, вам очевидно плохо, вам очевидно тяжело, вот, ну, не совсем понятно, что на данный момент, получается, вас останавливает, да, вот. Значит, что может сделать для вас психолог? Вот, ну, в вашем случае, что может сделать психолог, да? Психолог может в первую очередь помочь вам прожить все те чувства, которые у вас есть, то есть всю злость, которая у вас есть, значит, к ней, да, вот, освободиться от злости и так далее. Следующий момент, это то, что, ну, она вас раздражает, да, ну, на мой взгляд, не случайно она вас раздражает, потому что, ну, вот, в той или иной степени, да, вы, ну, по-видимому, в той или иной степени вы похожи. Вы похожи на нее. И вот сейчас вы, ну, как бы, сейчас вы боретесь с ней, да, вы сейчас, ну, пытаетесь бороться. Вот, вы пытаетесь как-то противостоять ей и противостоять отчасти вот тому, что, ну, сами делаете, вот, ну, в какой-то степени, да. Вот, на мой взгляд, вам этого не нужно делать, вам нужно в этом смысле постараться, ну, постараться принять вот какую-то какую-то свою часть, вот, которая, ну, похожа на
на маму. Вот. И постараться, значит, ну, как-то вот научиться использовать то, что у вас есть. Вот. Конечно, здесь очень важна работа с личными границами, да, работа с самооценкой очень важна, потому что это все у вас ну, довольно сильно подавлено. Вот, и ну, естественно, что вам ну, тяжело. Вот. А, значит, от негативных установок можно избавиться по-разному, да, то есть разные есть пути, способы, вот. И на психотерапии будет, опять же, ну, понятно, да, вот, какой способ вам пройдет больше, да, то есть ну, что вам... Чтобы воспримите больше. Вот. Естественно, нужно учиться, да, нужно учиться доверять себе, да, то есть нужно учиться доверять вот, своим, ну, своим чувствам, да, нужно учиться прислушиваться к своим чувствам. Вот, и, соответственно, брать за них ответственность, потому что сейчас, когда вы, условно говоря, обвиняете маму, да, то, ну, вот, в своих проблемах, конечно, это не совсем такая продуктивная история, вот, потому что, ну, потому что она никуда не идет, эта история никуда не ведет абсолютно, вот, и, в общем-то, вам, ну, только вредит и способствует как бы тому, что вы еще больше погружаетесь в негатив, в злость и так далее. Вот. По поводу агрессии, которая у вас возникает, да, ну, на мой взгляд, ваша агрессия абсолютно естественна, абсолютно нормальна, вот. Ну, при вот тех обстоятельствах, которые у вас есть, вот, но вы привыкли, так же, как вот ваша мама делает, да, вот, вы привыкли, ну, как-то вот винить, значит, свою маму в том, что с вами, ну, в том, что с вами произошло, вот, ну, по сути. Вот. Тогда, как я думаю, что, ну, надо бы учиться брать личную ответственность за то, что происходит именно, ну, именно вот в вашей жизни, именно вот с вами. Вот, учиться брать личную ответственность, и тогда вам будет проще. Вам будет проще, и вы станете на путь такого, ну, такого принятия, если угодно. Принятия себя, да, принятия своих чувств, своих ощущений, своих переживаний. Вот, и так далее. Я думаю, что в этом направлении вам крайне желательно двигаться. Я вам сочувствую, я сочувствую тому, вот,
какой ситуации вы оказались. Вот, я сочувствую вам. Сочувствую вашей жизненной ситуации, естественно. Я думаю, что абсолютно нормально, да, то, что вы не доверяете сейчас, никому, да, и абсолютно нормально то, что вы не доверяете людям там и так далее. Вот, я думаю, что абсолютно нормально то, что вы сейчас такая, как вы говорите, сильная, да, стали сильной. Вот, я думаю, что это все абсолютно нормально, но учиться, опять же, доверять себе, да, можно только в процессе психотерапии. Я думаю, также, что одной из центральных идей, может быть, в том, что вам сейчас делать, одной из центральных идей, может быть, все-таки обязательно физическое дистанцирование от мамы. Это, конечно же, проблему это не решит само по себе, вот. То есть ваша, привязка к ней, да, и так далее, никуда не уйдет, никуда не денется. Ну, вам будет проще, вам будет проще самой действовать и проще самой двигаться куда бы вы хотели. Вот. Кроме этого, проще работать с личными границами и так далее, потому что, живя с ней, да, вы лишены какой-то такой возможности действовать более свободно. Вот. Естественно, что в этой ситуации самое сложное это то, что в той или иной степени, да, вы похожи на свою маму, какие-то вещи переняли, а какие-то вам не хочется принимать. То есть это абсолютно нормально. Вот. И на мой взгляд, задача заключается в том, чтобы это разграничение провести. Вот. На мой взгляд, по крайней мере. Я думаю, что, опять же, это возможно только посредством психотерапии. Вот. Потому что самостоятельно, да, сделать это будет, как я думаю, сложно, сделать эти такие вещи, да, такие моменты, потому что для вас это очень непривычно, скажем так. Вот. Да, ситуацию в известной степени, конечно, осложняет то, что то, что вы не одна, да, то, что у вас есть, судя по потому что я вижу у вас есть брат, который
чувство вины, очевидно. Чувство вины там перед ним, да, у вас, может быть. Вот, и все это, конечно, вам дается тяжело. Но нужно понимать, что у вас очень много злости. Сейчас у вас очень сейчас много злости. Но вот эту злость вы, по сути, ну, не знаете, куда девать, да, тут все. Вот, а ее у вас много, и вот очень важно ее проживать вот столько, сколько нужно, это, ну, столько, сколько нужно. Вот, очень важно это делать. Вот сейчас у вас, как я думаю, это основная, ну, основная задача. Вот. Потому что агрессия вас разрушает, конечно. Вот. Как-то так. Ну и поддержка нужна в целом. Потому что, живя в таких обстоятельствах, вот, живя в таких условиях, конечно, абсолютно вы не знаете себя. Вот. Ну, не знаете, то, какая вы вообще, вот, исследовать себя, да, это, ну, очень интересно, очень увлекательно, вот, только, ну, главное, не ставить себе каких-то рамок, вот, которые вы, ну, могли бы, да, так скажем, ну, ставить. Вот, и вот, как я думаю, что это уже второй шаг, вот, который вам, на мой скромный взгляд, нужно, ну, сделать для себя, да, второй шаг. Вот. Ну вот, как-то так. Необходимо понимать, что вот негативные установки, да, о которых вы говорите, ну, вот негативные установки ваши, о которых вы говорите, не берутся на ровном месте, а это есть способ, ваш такой способ обратиться, вот, ну, со своими желаниями, вот, то есть у вас это такой способ, поэтому негативные установки, они негативными являются, вот, ну, только вот по той причине, что бесконтрольно, вот. Ну, для нас, то есть вы ими, ну, как бы, не управляете. И отсюда, конечно, вам очень тяжело. Вот. Если вы научитесь управлять этим, да, если вы будете использовать это, вот, ну, как-то, ну, для себя, да, ну, вот, если вы будете направлять вот то, что, собственно, ну, то, что идет, как бы, от вас, вот, то я думаю, что ситуация, ну, для вас улучшится. Вот, по сути,
Сейчас вы находитесь в состоянии такой вот, знаете, тотальной борьбы. Вот. И, на мой взгляд, обращайтесь к психологу, да, значит, спрашивая, как еще более эффективно бороться. Вот. Ну, я думаю, что это путь никуда, вот, на мой взгляд. Тут именно важно как раз-таки научиться не бороться, а вот, ну, знаете, как так спокойно, да, слушать себя, да, и вот, ну, свои ощущения, вот, слушать свои ценности, вот. И я думаю, что таким образом вы могли бы таким образом постепенно обрести гармонию. Ну, гармонию. Гармонию с собой, конечно. Постепенно. Потому что, ну, понятно, что какое-то время вам потребуется на это, да, ну, вот какое-то время вы потратите на то, чтобы, ну, обрести это. Я думаю, сейчас одной из ваших целей является доказательство чего-то своей маме, хотя, ну, хоть вы и говорите о том, что вот я занимаюсь своей жизнью, ну, разрешите мне немножко с вами не согласиться, вот, разрешите немножко здесь усомниться в том, что вы, ну, говорите. И я все же думаю, что цель ваша сейчас доказать своей маме, что вот, ну, к примеру, что она там не права, вот, или что там, ну, не знаю, что живет неправильно как-то, вот, и так далее. И я думаю, что, ну, вот, все-таки своей, именно своей жизнью, да, вот, ну, как таковой, да, своей жизнью, вы все же не занимаетесь, ну, вот это, ну, да, такое вот мое мнение такое. Вот, я думаю, все же, что вот, ну, действительно, вот как вы написали, да, что там, иду и, или сижу на работе и думаю, что вот там опять, значит, ну, опять домой идти, там, к маме и так далее. Да, вот. Я думаю, что сложно вам вот как-то, ну, переключиться, да, и, ну, не доказывать маме, вот, значит, ну, что-то, потому что, ну, ваша жизнь, да, вот, ваш выбор, ваши решения, они обесценивались, вот. И они, ну, к сожалению, продолжают обесцениваться, вот. Поэтому в таких условиях, да, мне кажется, очень
сложно, ну, действительно. Своей жизнью заниматься. Вот. И я думаю, что, ну, что сложно было бы любому человеку. Вот. Не только вам, но и любому человеку было бы сложно это делать. Вот. Потому что, поэтому вот то, что вы, ну, как-то вот, ну, смогли сохранить себя, да, несмотря на то, что вы говорите, что изменились, да, несмотря на то, что вы пишете там такие вещи о себе. Вот. Я думаю, что, ну, в какой-то степени, я думаю, что это не то, чтобы неправда. Но вот я думаю, просто, что вы себя, ну, продолжаете обесценивать, вот, на мой взгляд, вы себя продолжаете обесценивать, вот, и вот это все делается в рамках вот этого обесценивания, вот, и больно, конечно, на это смотреть, да, неприятно на это смотреть, ну, не с точки зрения того, что вы не должны об этом говорить, нет, а именно вот с точки зрения того, что, ну, что сочувствуешь вам. Вот. Сочувствую вам. Вот. И, соответственно, ну, помочь вам, можно помочь вам, нужно, ну, в этой ситуации. Вот, вот. Ну, вопрос только, значит, готовы ли вы, ну, на психотерапию, да, вот, готовы ли вы с собой заниматься, потому что, ну, какого-то способа, да, прям вот взять и избавиться от, ну, от, негативных установок, да, ну, нет. Вот, все-таки, ну, вы привыкли долгое время жили, ну, вот, вот так, вы очень долгое время жили, вот, и я думаю, что вы имеете определенную выгоду от этого, потому что в какой-то степени вас, ну, защищают вот эти установки, ну, вот эти вот негативные установки. Вот, они вас защищают, они защищают вас от близости, ну, психоэмоциональной близости, вот, защищают вас. Может быть, даже от физической близости вас, ну, защищают тоже. Вот. Поэтому я думаю, что, ну, в какой-то степени вам вполне может быть выгодно эта позиция, поэтому так просто, да, от нее вы не откажетесь. На мой взгляд, вот, и
с выгодой, да, вашей выгодой. Нужно тоже поработать, вот чтобы вы заметили вот, ну, эту выгоду, вот, как я думаю, чтобы вы увидели, что вам хочется, а вам чего-то хочется, вот, и вот, соответственно, уже тогда бы вы могли бы, ну, начинать двигаться туда, куда вам хочется. Отдельного пункта и внимания, наверное, заслуживает то, какие у вас вообще вот, ну, жизненные цели у вас, они какие, вот, потому что ваша мама, на мой взгляд, обладает вот такой, ну, такой властью, да, не просто так. Она ведь, по сути, она ведь, ну, переключает ваше внимание. Ваших жизненных целей, да, того, что вам важно, она переключает на что-то другое. И я думаю, что помимо всего прочего, что я сказал уже, очень важным моментом было бы, конечно, вам, ну, поискать те направления свои, вот, которые, ну, могли бы ну, облегчить в какой-то степени, да, облегчить вот сепарацию, то есть обретение самостоятельности. Вот. Ну вот, я думаю, примерно такой ответ вам можно дать с точки зрения психологии, с точки зрения психотерапии, вот, и, соответственно, очень надеюсь на то, что вот, какие-то выводы, да, из, ну, того, что я сказал, да, будут вами сделаны. Вот. Обращайтесь за помощью. Всего вам самого доброго. Удачи.